Пожарные, аварийно-спасательные машины, мото- и квадроциклы. Более 20 единиц спецтехники для спасения в горах, тоннелях, на болотах и на воде. Все это можно было не просто увидеть, подробно рассмотреть и даже потрогать. Выставку на площади Умурпорта открыл Южный региональный спасотряд в честь 20-летия со дня создания службы. Снегоболотоходы, гигантские пожарные машины привлекли немало любопытных. Дети тут же облепили снегоходы и квадроциклы. Такие раньше видели только в кино. Немало зрителей собрал водолазный фельдшер. В мобильном водолазном комплексе Денис Морозов показывает барокамеру. В них лечат спасателей, работающих на глубине от болезней, связанных с резким изменением давления. Таких барокомплексов по уровню оснащения в России всего два. Закрывается люк, нагнетается давление, и с этого времени уже начинается лечение. То есть она позволяет, транспортная позволяет нам максимально быстро начать лечение водолаза. Спасатели рассказывают, тогда, два десятка лет назад, когда служба только создавалась, работали совсем в других условиях. Сегодня, благодаря такой технике, на помощь приходят гораздо быстрее. 20 лет назад, когда образовалась наша служба, во-первых, было 20 человек всего сотрудников, спасателей. С годами становилось, конечно, все лучше и лучше. Прибавлялось людей, техники. Теперь более 500 человек обслуживают этот же самый регион. Но иногда помощь нужна и самим спасателям. Небольшую рану на пальце медики обрабатывают в мобильном госпитале. Передвижная больница-палатка тоже развернулась на выставке. Здесь есть все необходимое для оказания первой помощи. Как рассказывают медики-спасатели, в этой палатке нескольким пациентам заново запустили сердце. Этот же мобильный госпиталь оказал помощь почти 2000 украинских беженцев. Мы стояли в приграничной зоне. На российской территории принимали пострадавших. Было принято за три месяца около 1800 обращений. На выставке постарались показать весь самый современный комплекс техники и технологий, которые используются при спасении людей. Все силы и средства. Даже собак привезли. Ведь четвероногие наравне с людьми спасают жизни. Выставка спецтехники работала всего один день. Очередная откроется уже 1 марта на базе Южного регионального спасотряда. Именно в этот день там будут отмечать 20-летний юбилей со дня создания службы. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.